Строительство одного из самых крупных жилых комплексов Красноярска в самом разгаре. Первые жители домов на Северном шоссе заедут сюда уже в следующем году. Сейчас здесь создается с нуля вся необходимая для жизни инфраструктура. В проекте заранее предусмотрены два детсада и общеобразовательная школа. Более того, рядом организуют дополнительную развязку. Это продолжение улицы Авиаторов через Северное шоссе с тем, чтобы транспортная доступность была. Школа здесь тоже запроектирована. В декабре этого года уже начнется активная работа по детскому саду. Здесь совсем недалеко, на соседней площадке. Согреют дома уже через 2 месяца. Теплотрассу начали строить 15 октября. Ее протяженность 300 метров, диаметр 30 сантиметров. И это норма. Диаметр выбран с учетом запитки всего микрорайона, чтобы в дальнейшем детский садик и все. Поэтому нормативный срок строительства данной теплотрассы 2,5 месяца. Но мы ориентируемся, что в течение 2 месяцев строительство завершим. Еще раньше к домам подведут питьевую воду. Согласно контракту, работы мы должны завершить 12 ноября. Уверен, что мы в эти сроки уложимся, и микрорайон полностью будет обеспечен водой, как это положено. ЖК «Ясный» – это новое направление в черте города. К концу 2025 года здесь будут жить 10 тысяч красноярцев. Сергей Григорьев, Александр Тропин. Новости ТВК.